очередь хочу поблагодарить соперника за игры. Хорошие игры были, качественные, скажу так. Поздравить с победами, с двумя. Ну а по играм, что сказать, первый период, наша болезнь, наверное, провальный его по периоду, что вчера, что сегодня. Вчера вроде как бы могли, но чуть-чуть не получилось. Два периода играли неплохо, и потом не хватило, наверное, все. А по сегодняшней игре также первый период провалили, движение вообще, как бы только в третьем периоде добавили. То есть соперник полностью сегодня во всех компонентах переигрывал. Поэтому будем работать и как-то исправлять эти ошибки. По вчерашнему матчу первый период был очень хороший, забили 3 гола. Во втором периоде расслабились, пропустили ошибочки, нам сразу наказали. Потом забили еще гол, 4-2. В третьем периоде вышли, забили 2 хороших гола в большинстве. Опять немножко ошиблись. Ну, пацаны дотерпели, доборолись, 6-5. По сегодняшнему матчу, по содержанию игры, по моему мнению, вообще великолепно. Хорошо пацаны играли, допустили ошибки, 3 ошибки, 3 гола. В конце вырвали, забили, добили. И в овертайме вырвали. Пацаны красавцы. Спасибо большое. Болельщикам огромный привет. Болейте за нас.